Ну, все растапливать березовыми чурками. Потому что от них жар и, ну, и тепло. И начинать баню растапливать с утра, чтобы баня накалилась хорошо, нормально. Вот. И к вечеру где-то уже начинать мыться уже. А веничек запаривать ни в коем случае, его в кипятке не надо запаривать. Потому что если вы в кипятке запариваете, у вас быстро витамины уходят, они в воде остаются. Надо чуть-чуть тепленькой. Когда ты заходишь в баню, уже все накалено, и только чуть тепло. И где-то всего полчаса только веник, эти листочки намокли, вот тогда в это время надо и париться. Вот. Надо определенно веник, а не так. Некоторые кипятком просто, кипяток туда аж вообще, он варится там, сварились все витамины. И вот кипятком ни в коем случае нельзя запарить. Только надо теплой, тепленькой водичкой. И определенно она запарилась, листики уже мягенькие стали. Вот тогда оно, вот веник начинает, в нем все витамины, ты вхлестаешь в себя, все в тело, все витамины. А когда ты кипятком, это уже плохо. Все.